Ой, Да, помешали. хорошо вышло. Ничего, кричу. Вот это хорошее. Эти фотографии будут на почетном месте в альбоме Влады Журавлевой. Сейчас у нее на руках сертификат об отличном образовании. А в голове зреет взрослое решение, как изменить свою жизнь после школы. Она понимает, что скоро все будет по-другому. Но фотографии всегда напомнят золотые школьные годы. Наверное, с радостью в том, что у меня получилось довольно-таки хорошо закончить школу, но с грустью все-таки жаль уходить из школы, так как у нас были очень хорошие учителя, хороший коллектив. Выпускников в Челябинске в этом году немного, 2500, из них 174 медалиста, причем золотых и серебряных почти поровну. В Ленинском районе, я считаю, достаточно хорошее количество ребят, 32 человека, которые сегодня являются золотыми и серебряными медалистами. Плюс к тому, достаточно ярко Ленинский район принимал участие во всех олимпиадных, соревновательных, конкурсных движениях. Успехи Ленинского района в образовании отметил и губернатор. По его мнению, учителя смогли подтянуть знания ребят до общегородского уровня. Сейчас для них важно правильно выбрать специальность в университете, чтобы школьные успехи стали началом большой карьеры. Сейчас возможности в стране есть для того, чтобы и в Челябинской области, чтобы ребенок был успешный. Конечно, многие медалисты уедут учиться в другие города, в другие вузы. Но это неизбежный процесс, но тем не менее, многие к нам и приезжают. Сама церемония прошла в Челябинском институте экономики и права. Словно намек, этим детям было давно тесно в школьных стенах, ведь у некоторых